Всем привет! Вы на канале Серого, и в этом видео хочу показать самодельное крепление для телевизора к стене. Данное крепление позволяет регулировать телевизор как вот в этой плоскости, так вот в этой плоскости и еще по горизонтали, то есть вот таким вот образом. Сначала я хотел купить готовое магазинное крепление, посмотрел в магазинах, но такого варианта, вот который меня бы устроил, я не нашел. Это раз. Во-вторых, что-то более-менее подходящее стоило в районе 3000 примерно и еще дороже. Вот. А так как телевизор не самый маленький, 81 диагональ. Хотелось, чтобы он надежно был зафиксирован и не упал когда-нибудь со стены, так сказать. Поэтому я немного подумал и принял решение, что проще будет сделать самому. Тем более, весь инструмент у меня есть. Поэтому закупил немного металлолома и сделал такое, которое по размерам мне необходимо. То есть получилось оно индивидуальное.